Так, народ, тут такое дело внезапное. Оказывается, очень уже давно, аж в мае, в предложку паблика Говниды люди закинули кавер на Обоссанный Грааль. Я сейчас на колоночке включил на секунду и что-то понял, что там походу охуенно. Блин, сейчас я как-то попытаюсь изворотиться и все-таки вот, чтобы это было вот так на экране. Я хочу это послушать, во-первых, в наушниках, во-вторых, записать свою реакцию. Я с колонки так чуть-чуть услышал, но не очень разборчиво. Походу там... Бля, очень... Строй попущенный радует. Вокал очень громко. И демон поместил Грааль среди писсуаров в туалет. И каждый мимо проходил, исправлял. Но что? Не будь как все герои, исполни мечту. Обоссанный Грааль, ты из него испей. И ты изменишь путь судьбы своей. Вокал прям, да, он громкий и не очень. И вот герой пришел в сортир и на колени пал, и жадными глотками. На глазах мутинеет у него и бросает жар. Ведь это вовсе не Грааль, а обычный писсуар. Обоссанный Грааль, ты из него испил, но ты свою судьбу не изменил. Обоссанный Грааль, и смазался ты в нем, теперь твой светлый лик покрыт говном. Вообще довольно так прикольно, металлично прям так. Свести бы чуть-чуть лучше прям. Тоже соло малость говнюсенькое такое. Хотя да, вокал. Может быть, вокал хуёво звучит и в этом прелесть своя. Да картавость-то даже ладно. Грааль. Манера прикольная. Не, нормально на самом деле так. Ну, вокал, говорю, ну, типа, в смысле именно то, что громко, ну, сведено очень так все в лютой каше, ну, типа, не кайфово слушается, вот в чем прелесть. То есть Говнида тоже хуево сделана и хуево сведена, но, ну, на мой вкус, взгляда член, она все-таки, ну, типа, слушается хорошо, вот. Слушается, короче, нормально, можно там врубить и так далее. А тут вот... А тут вот как бы... Вот беда в том, что сведено... Ну как бы... Как объяснить? То есть это не в том смысле плохо сведено, как у гражданской обороны, что типа это там лоу-фай и модно круто, а в том смысле, что типа тяжело уже слушать. Сейчас, я не могу никак скопировать нормально. Блядь, да что ж такое?
Это ебаный сарай. Блять. Сука. Так, хорошо, я понял. Проще вот так. Нет, нихуя не проще. Блять. Ладно, просто скопирую дохуя текста и потом выберу нужный. Здорово, в любом случае, мое почтение. Спасибо за кавер. Ждем еще каверщиков.